Николай, в вашем репертуаре оперные партии, камерные произведения, народные русские и украинские песни. А чем привлекает вас мелодии Италии? Я видел гондольеров в Венеции, уличных певцов Неаполя, слышал их песни. В них неподдельная грусть, радость и, в общем, то, что называют душой народа. Когда я в родном селе Ивановка пел неаполитанские песни, мои земляки-односельчане воспринимали их как свои, украинские. А на концерте в Венеции, когда я спел нашу «Черные брови, карие очи», известный итальянский маэстро Бара сказал: «Ведь это же итальянская песня, но на вашем языке». Народная песня – истоки истинного бельканто. Народная песня – отличная школа для любого оперного певца. Композитор Куртис. «Вернись в Соренто». Quanto bello, tira tanto sentimento, come pochi tiende mente, che tanto fai su me. Guarda qua chi tu giardino, siete chi è di sua rana. Il cuore te ne va.
Композитор Канио. Влюбленный солдат. Композитор Мальо, влюбленный моряк. Композитор Фальбо, скажите девушке.
Композитор Куртис. Голос в ночи. Oh,
Композитор Куртис, пой мне. Композитор Биксио, что ж ты опустила глаза? Domani sarà
Николай, в заключение мне хочется от всей съемочной группы сказать вам большое спасибо. Надеюсь, мы расстаемся ненадолго. Почему я говорю ненадолго? Потому что мы обязательно хотим снять фильм-концерт, состоящий из ваших любимых оперных арий. Будем считать, что мы договорились. Еще раз большое спасибо. Ваше предложение с удовольствием принимаю. И в свою очередь хочу поблагодарить всю съемочную группу за оказанное мне внимание. Спасибо вам. До следующей встречи на съемочной площадке.